У нас есть гость, у нас есть возможность связаться с гостем. Все благодаря этому волшебному скайпу. А, естественно, и интернету. В интернетах есть все. Итак, друзья, с нами на связи творческое объединение «За шкафом». Ребята уже готовы с нами пообщаться. Ребят, привет. Доброе утречко. Ну, вас-то чё... много. А где маски? Мы дома. Мы как-то всю самоизоляцию вместе проводим, поэтому нам не страшно. Ну, парни, смотрите, будьте осторожнее. Но в любом случае, надеемся, что все будут живы-здоровы. Как дела, ребят? Дождались, наконец-таки закончился режим самоизоляции. Насколько вообще самоизоляция повлияла на вашу деятельность? Или, в принципе, вы как работали на студии, так и работаете на студии? Как-то разница видна была, заметна? В плане работы, да, то есть мы как работали, так и работаем. Но вот вдохновения не хватает, потому что вдохновение черпаем из природы, из гор. Выбраться, к сожалению, пока нет возможности. Хорошо, зато у вас есть возможность спеть в прямом эфире. Да. Тогда начнем с творчества и как раз-таки этим напитаем наших телезрителей прямо с самого утра. Хорошо, поехали. Давай. Дождь, прости, мне бы подрасти, боюсь сойти на ум, да я снова на краю, время отдаю, не хватает пустоты, ты. Все, что исчезло вдруг вокруг, только звук упавших век, двери стук. Снег разбит, лед уйдет, и я войду из пустоты, это ты, просто ты, ты была всегда. Моя волна ожиданию полна, моя вина глубина, мокрая стена передо мною ночь, но она не сможет мне помочь, слава. Кругом голова уходит прочь, то, о чем мне нужно знать, ни тебе, ни мне, ни нас. Миллионы глаз, миллионы фраз, пусть нам осталась грусть, но она одна без нас. Моя стрела. Эти стрелы просто поразили мое сердце сегодня утром. Спасибо вам большое, ребята. Согласен. Именно спасибо. С утра группа «Пятница», песня «Стрела». Ребята из объединения «За шкафом рекордс». Мы продолжаем.